Всем привет, это Народный патруль. Чем запомнилась минувшая неделя и что заставило магаданца включить камеру, узнаем прямо сейчас. Ну а попасть в нашу передачу проще простого. Достаточно снять видео, которым хочешь поделиться, и прислать нам. Для этого пиши WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Telegram народные нижние подчеркивания патруль49. На прошлой неделе отмечался Международный женский день, и по этому поводу есть замечательная поговорка. Если решил дарить даме сковородку, то не забудь надеть каску. Герой этого видео отлично подготовился, правда, вместо головы решил обезопасить другое место. Жители многоквартирных домов на улице Полярной жалуются на дымовую завесу. Все из-за владельцев гаражей, которые топят печки углем. Смог стоит такой, что невозможно даже открыть окно. Запах гари тут же проникает в квартиру. Вот, пожалуйста, что сейчас происходит. Открываешь, все, гарь стоит, вон он, дым. Все в дыму. Все это прям сюда. В квартире открыть невозможно, окно сразу, гарь это угольная. Не знаю, как у других, может, у меня из-за этажа это все, третий этаж, то что, ну второй вернее. Не знаю почему, но вот ни одно окно не откроешь, дышать невозможно. Вот он, клуб дыма пошел, вот так. Сейчас хоть ветром чуть-чуть относит туда. А вот пошел на нас. Вот так вот. А это трасса Палатка Кулу Мексикан. За минувшую неделю здесь произошло сразу две серьезных аварии с участием грузовых автомобилей. 8 марта водитель на Mitsubishi L200 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в КамАЗ. Двумя днями позже, недалеко от этого места, побились КамАЗы и Скания. В первом случае водитель и пассажир иномарки получили телесные повреждения. Во втором все обошлось лишь сломанной техникой. Вот ситуация. Стояли на 27-м, обедали на пятаке. Вот этот на Скане. Оттуда. Видишь, как еще зовут Вольво, за Вольво начал тормозить, видимо. Мы-то не видели, сидим. Такой удар. Машина на ручнике у меня стояла. Все, следы сейчас видно, как его там в кабине. Лице по шраму порвал мне, смотри. Стояла машина, вот она юза, видишь, у нее. Пошли дальше. Кабина ушла. Кабине. Вот какой зазор, ты видишь. Естественно, стоял. Тут сзади, с правой стороны, еще две машины стояли. И мы подъехали, мы уже пообедали. Получается, Скания это назад уехала. Тут Урал спереди стоял. Он говорит, Урал выезжал, помешал что-то ему. Доваливал он просто. Ну все, чё. Коротко о других ДТП в черте города. На Портовой дорогу не поделили два внедорожника. На кольцевой под замес попали Mitsubishi Delica и Toyota Hiace, а перекресток на улице Транспортной собрал комбо из микроавтобусов. Но больше всех отличился водитель всеми известного сервиса такси, который умудрился завалиться на бок, двигаясь по прямой.
А вот от этой истории не застрахован никто. Магаданка вышла на минутку к соседке, но дверь в квартиру предательски захлопнулась, а ключи она забыла. Сгущало краски и то, что в доме находился маленький ребенок. К счастью, на помощь оперативно подоспели спасатели МЧС. И вот как они работают. В заключении кадры из дикой природы. В Сусумане очевидцам удалось наблюдать, как охотится рысь, а может даже и помочь ей. Дело в том, что жертвой хищника оказался заяц, который вполне мог потерять ориентацию в пространстве из-за света фар. Как бы ни было жалко ушастого, таковы законы природы. Смотрите, вот рысь идет, настоящая, сфотай ее. Я сфотала, это рысь. А это кто белый бежит? Белый заяц. Это рысь охотится за зайцем. Мы видим рысь. Да, я вижу, вот она за зайцем такая, похожа на рысь. Сейчас она его поймает. Есть! Поймала? Да. Снимайте видео, я что ли? Я поснимала. Видео снимай. О, да, это рысь, она как лев такой. Ух ты, ничего себе. На сегодня это все. Становись народным корреспондентом и делись интересными видео с нами. Присылай их в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 и добавляйся в наш Telegram народный нижнее подчеркивание Патруль 49. Ну а мы увидимся через неделю.